Спортивный комплекс «Олимпийский» привлекает москвичей не только как место соревнований, но и как один из новых центров массового спорта. Здесь тренируются ученики детских спортивных школ. В бассейне, в группах общей физической подготовки регулярно занимаются любители плавания разных возрастов. Но бывают дни, когда трибуны крытого стадиона заполняют 40 тысяч зрителей. В этом универсальном здании Москвы проводятся футбольные матчи на первенство страны, на Кубок СССР, международные встречи. В любое время года здесь можно играть в хоккей. Всего за несколько часов на бетонном основании образуется искусственное ледяное поле. Дворец-стадион «Олимпийский» за короткое время прочно вошел в жизнь москвичей, завоевал широкую популярность у любителей спорта.